Так, для начала мы берем желатин, 15 грамм желатина. Нам нужно, чтобы он растворился, добавляем немножко кипяченой воды. Размешиваем, он должен немножко набухнуть. И отставляем его. Итак, нам нужно 600 грамм сахара. Заливаем 150 граммов воды. И ставим на огонь. Будем варить сироп. Нужно его очень часто помешивать, чтобы не пригорел. Когда закипит наш сироп, нужно еще его проварить минут 6-7. Ну так, а пока пусть сахар плавит. Прошло 7 минут. Выключаем наш сироп. И выливаем в чашу для взбивания миксером. Добавляем наш желатин. Будем сейчас миксером взбивать. Сначала не спеша взбиваем, потому что оно очень горячее. Взбивается оно в белую густую такую пену. Добавим немножко ванилина. И взбиваем еще 5 минут, а потом добавляем лимонную кислоту.
добавим чайную ложечку лимонного сока. И взбиваем дальше. Все, мы взбили. Вот такая она густая масса получилась. И можно разливать по формам. Теперь разливаем наш зефир по формочкам. Можно любые. Вот такое количество у нас получилось. Сейчас оно еще немножко тепленькое. Немножко оно остынет, и мы отправим в холодильник для полного застывания. Вот достали мы из холодильника наш зефир. Сейчас посмотрим, как он застыл. Вот такой у нас получился зефир. Домашний, в домашних условиях.